учил первую. Я прописями занимался и. Да, беда прописями. Нет. Да как ты посмел, да нет, немного прописями занимался. Вот сегодня у нас 19 июля, началось. Вот тут с ребятишками моют. Насобирал корни солодки. Вот он. О, вода аж коричневая. Это такая вода длинная, да? О, а та длинная, отмываем корень солодки. Я не видал никогда в жизни такие корни, глянь. Как береза какая, ну, в сравнении с рукой. Ну, да. Пальцы. Иди. Ты пробовала? Да. Ох, и сладкая. Вот сколько принесли вообще. Главное, вчера принесли, а сегодня лежит. Играют, бегают. Вот этот бак придумали делать кораблики. Никого не спросили. Берут сами молоток. Вот Марья у меня особенно. Гляди, солодка где валяется. Берет гвозди, берет молоток. Я говорю, ты дома отца так же берешь? Нет. Ну а почему ты решила, что у нас это можно брать? Потому что меня один раз уже ловил на этом. Забила гвоздь в доску, дощечку. Срезок сваи делали. Но ночью отлетела, гвоздь торчит кверху. А она уже все, новым делом занимается. А кто-то наступит, а ее не касается. Ее пятка целая. То есть это не легкомыслие никакое, а прямо преступление. И все ходят. Вот я сегодня случайно вырвался, бульдозер там сломался. Я поехал в деревню искать, кто больше разбирается. Сказали Игорь, а Игорь в городе. А он до половины дотолкал землю там и на трассе стоит. Ну, на плотине, на втором мостике. Ну, я приехал, поговорил с Терентием. Ну, Терентий сразу же за машину. Сейчас, говорит, мы. Я говорю, надо взять Романа, Роман разбирается. Ну, поехал Роман. Сейчас звонишь, что там что-то серьезно. Видишь как. Вот любое дело. Брат Никита повесил. Нет, она валяется, валяйся. Тракторист. То есть не нуждаются. Городские. Прося аккуратно. Сейчас надо будет вылить и новую налить. Да, если да. Еще. Надо. Смотри сколько. Прошоркать надо вот так. Вот. О. Это еще в сарае. Сарай еще. Еще солодка. Там большая куча лежит. Мы же ее вымыли уже. А ну-ка давай посмотрим. Сходим. Каждый корешок надо достать из-под земли. Попробуй. А тут плантация. И бульдозер идет, выковыривает. Ну это может быть 20-я часть того, что есть. Остальное закрутило их под землю. Это бульдозер? Он же тянет кучу. О, целая куча. Посмотри, на палатке сушится объемом, чтобы понятно было. Вот я раскидываюсь, ну и здесь рукой не достанешь. Ну и высота 40 сантиметров. В жизни не видал столько солодки. Глянь, какие прекрасные. А вот даже какая толстая это, ну толще пальца. Это он бульдозер рвал ее. Ну, это видно, в торопях тут гнали. Вот сколько. Ой, тут и на полу валяется сколько. А там у нас мята сушится. Ну, тут еще с солодкой так обращаются. И там, похоже, валяется. Глянь, сколько солодки валяется. Вот она валяется. То есть, никак, небрежение, преступное небрежение. Несет. Прося несет и по всей дороге, а тут репей надо сейчас искать. Все, рассеял. А вон он валяется, вот он. Прося, твоя работа. Всю вот эту траву аккуратно руками перебери, вырви или как угодно. Вон валяется. Ты несла, просто мотала, как будто бы навоз несешь.
Тебе надо, кажу, копейку сейчас беречь. Потому что нужды никакой нету. Тут валяется, и там внутри. Сарай у вас все на полу. Забери, просто остатки-то забери сразу. Забери ее. Ну. Все, 2 часа, наверное, уже скоро. 52. А? 52. 52? Да. Ну, сейчас помоем как раз. Лежали долго ли мыть? Недолго. А почему лежал? А все равно. А у нас дети всегда сами мыли. Каждый мыл, а потом раскладывали. Вот сколько солодки Бог дал. Нет. Все, все? Нет, еще там ничего есть. Ну, немного. Ну, вот это выбирай. Ну, там толстым слоем уже глина. Да. Ой, вот она какая. Да ладно тебе, Маша. А зачем ты ее берешь-то? Зачем? Ну, ты сейчас ее размотала здесь, она улеглась уже. Вот за ней надо каждую минуту смотреть, она без соображений, девчонка-то. Сбулгачила всю глину. Сейчас ее вылить надо тогда. Дай-ка выльем. Давайте. Да подожди, сначала выбрать надо вот это. Выбери. Так, вот. О, корни собирай. А мы сейчас корни нальем. Не-не, выбрось, выбрось. Размотай как-то. Там тоже веточки такие. Веточка такая, разве корень? Выбирай. Веточка. На дядя Володя. Сами не подходите к этой воде. Все, давай. Куда ты поднимаешь одно-то? Не бери, мы сами подтащим. Зачем ты хватаешь ее? Смотри. Вытяжи. Сзади еще. Мой. Раскладывай это наверху, чтобы... Который мытый уже. Везде, везде, везде надо соображать. А вы живете так, как ветер в поле. Неси там основное, где еще осталось? О, какой! Это деньги. Я хочу сюрприз сделать в воскресенье. Когда расскажу про нее и скажу, как трудно ее выкапывать, а потом как на стол вывалю все и начну делить. Я всегда воображаю вот это. У меня почему всегда радость такая, что у людей будет... Это, она добавляется во все лекарства в горькие. Она сама по себе лечебная. Интересно, в тибетской медицине сохранились сведения. Больше 2000 лет уже применяют ее. Так. Иди. Остатки грязные тащи. Да не урони нигде дорогой. Да, все.
Вот. Это вот совсем к делу не относится. Да, стирки мне. Нет. Еще больше нету? Нет, не заметил. Нету? Нету. Нету больше. Нигде больше нету? Нет. У меня там еще набралось. Осторожнее, ступай на чистую. Давай. Раскладывать надо. Вот все. Считай товар налицо. Это не черемуху собирать под землей. Его копаешь, а он вглубь уходит. Такие корни достать, ой-ой-ой, как надо. Так, все, выливаем. Выбирайте все. Обедать пора. Все. Складывайте. Быстро складывайте и уходите. Давай. Сказали складывать, она мечется по сторонам, лишь бы только не брать. Заметь, в разные углы бегает. Вот хитрая девчонка до того, ты с грязью все тащишь. Стояла около солодки, метнулась туда, сюда и никуда. Это я не знаю все. Корни солодки видно. Все, пошли. Обед.